Три медведя. Одна девочка ушла из дому в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, да не нашла. А пришла в лесу к домику. Дверь была отворена. Она посмотрела в дверь, видит, в домике никого нет, и вошла. В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец. Звали его Михаил Иванович. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше. И ее звали Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведя не было дома. Они ушли гулять по лесу. В домике было две комнаты. Девочка вошла в первую комнату и увидела на столе три чашки с похлебкой. Первая чашка, очень большая, была Михаила Ивановича. Вторая чашка, поменьше, была Настасьи Петровны. Третья, синенькая чашечка, была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка. Большая, средняя и маленькая. Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки. Потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки. Потом взяла маленькую ложку и похлебала из синенькой чашечки. И Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех. Девочка захотела сесть и видит у стола три стула. Один большой, Михаила Ивановича, другой поменьше, Настасьи Петровны, и третий маленький, с красненькой подушечкой, Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала. Потом села на средний стул, на нем было неловко. Потом села на маленький стульчик и засмеялась. Так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колени и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле. Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу. Там стояли три кровати. Одна большая, Михаила Ивановича, другая средняя, Настасьи Петровны, третья, Мишенькина. Девочка легла в большую, было слишком просторно. Легла в среднюю, было слишком высоко. Легла в маленькую, кроватка пришлась ей как раз в пору, и она заснула. А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой медведь взял свою чашку, заглянул и заревел страшным голосом. «Кто хлебал в моей чашке?» Настасья Петровна посмотрела свою чашку и зарычала не так громко. «Кто хлебал в моей чашке?» А Мишутка увидал свою пустую чашку и запищал тонким голосом. «Кто хлебал из моей чашки и все выхлебал?» Взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом. «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?» Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко. «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?»
Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал. Кто сидел на моем стуле и сломал его? Медведи пришли в другую горницу. Кто ложился на мою постель и снял ее? Заревел Михаил Иванович страшным голосом. Кто ложился на мою постель и снял ее? Зарычал Настасья Петровна не так громко. А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тоненьким голосом. Кто ложился на мою постель? И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут. Вот она! Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Оно было открыто. Девочка выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали ее.